Добрый день. Итак, приступим. Это я. Я расскажу простую историю про моих друзей. Про то прекрасное время, в которое мы жили. А почему вы видите мир в таких мрачных тонах? Да потому что здесь одни дебилы, сука! С одной стороны дураки, с другой врачи, и другие дауны, сука, хуй! Практически все эти ребята понятно, как закончили. Кто-то умер, кто-то попал в дурдом навсегда. Кого-то закрыли в тюрьму, кто-то передознулся, кого-то убили. В любом случае, жизнь их либо прервалась, либо превратилась в месиво. Услышь меня, Господи, Тебе подобает хвала. Славлю Тебя всем бытием своим, каждой секундой. Я так скучаю по Тебе, Господи. Вот такой деморолик я снял и посылаю его Тебе. И вот когда Ты его получил, когда Ты его смотришь сейчас, Господи, прошу Тебя, прости Ты меня грешного за соблазн, который через меня в мир пришел и сочится сейчас в душу каждого с экрана этого натянутого, в душу тех, кто смотрит сейчас на меня. Сколько сотрясений мозга у вас было? Ни одного. Включить.